классический рецепт гречки на гарнир в мультиварке. Вкусно, полезно и недорого. Все-таки каши в мультиварке получаются исключительные, разваристые, ароматные, такие, как в детстве, у бабушки. Поэтому делать гречку на гарнир другим способом, если кухня оснащена мультиваркой, просто нелогично. Единственный минус – готовиться будет чуть дольше, чем на плите. Но это же можно считать и плюсом. Будет время заняться другими делами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Крупа гречневая, 2 стакана, мерочный стакан для мультиварки, вода или овощной бульон, 3-5 стакана, соль 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, сливочное масло 1 столовая ложка, перец душистый молотый, по вкусу, мускатный орех, по вкусу, прованские травы, по вкусу, количество порций 4-5. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.